Мы выследили Хуареса. Я ожидал, что будет драка, но он заявил, что понятия не имел, что полковник хочет нашей смерти. Что Барнсби и ему наврал. Не уверен, что мои братья ему поверили. Но они никогда не верили ему до конца. Кроме того, эта женщина была у Хуареса, и он вел нас к медальону. Так что в интересах Рэя было сохранять мир. Мы продолжали путь в напряженном молчании. Просто мороз по коже. Я мог разговаривать только с Орлиным Глазом. Но однажды ночью он вдруг взял и исчез. У нас не оставалось выбора, кроме как продолжать путь без него. Мы все глубже заходили в дикие места, куда прежде не ступала нога белого человека. Ни следа. Это очень странно. Может, он пошел до ветру и нарвался на команчей? В таком случае нас всех бы уже прирезали. Нам надо ехать. Если он жив, он нас догонит. Куда ехать? Ты знаешь, как добраться до Апачей? Большая мокрая скала. Он так сказал. Апачи живут рядом с ней. Видишь? Найдем. Наверняка ее видно издалека. Надо бы осмотреться. Большая мокрая скала. Но тоже и зелень побольше уже посимпатичнее стало. Так, брата нам тоже надо подтягивать каждый раз наверх. Он здесь сам забраться, давай! Да, не может. Я все еще жду, Томас. Чего? Ответа, как ты узнал, что ружья негодны. Ты много болтаешь. А ты что-то скрываешь. Вот. Мокрая скала. Похоже, это она. Придется обойти эти холмы. Идем. Но к этому разговору мы еще обязательно вернемся. Не, игра достойно выглядит. Для своих лет, как говорится, но... Мы нашли. Очень симпатично. Придется обойти холмы и найти переправу через реку. Проводник нам больше не потребуется. В путь и смотрите по сторонам. А, я должен к нему залезть? Или нет? Или что мне надо сделать? Что, Хуарес, поговорить с тобой? Держитесь ближе к повозкам! Говорят, индейца не заметишь, пока он тебе глотку не перережет. Нет, 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 они режут не глотки, а скальпы. И глотки, и скальпы, и целый дождь стрел. Сказано же, держаться ближе к повозкам. А ну вернись! Что ты хочешь сделать? Напугать меня? Вообще-то Панчо уже напугал. Индейцы! Там, в зарослях! Где? Я не вижу их! Остановитесь! Что ты там видел? Индейцы! Вон там! Амигос, посмотрите, чего Панчо так испугался! Томас! Вообще тут только тотем. Скорее! А индейцы вроде бы наши друзья. Индейцы! Ну да! Мы же им все-таки пушки везем, и мы насчет этого договаривались. Твои люди даже не способны отличить человека от птицы. Говорю вам, они здесь. Я их чую. А я чую, что кто-то надул в штаны. Амиго, полегче. Осторожность не помешает. Поехали, вперед! Спокоен. Мы с ним еще поговорим. Расслабься.
Смотрите! Там! Убей его, Панчо! Стреляй в него! Чёртов дикарь! Так ты говоришь, здесь нет индейцев, амиго? Я этого не говорил. Я говорил, что тут кто-то обделался. И я был прав. А ну вернись, пендехо. Этот мерзавец приведет сюда все племя. Все в седло, живо! Надо перебраться через реку. Куда ты опять так торопишься, Гринро? Больше так не делай. А вы не тормозите? К индейцам хочу. У них есть золото, у вас нету. Прочь с дороги! Он меня раздражает. Зная, что случится потом, он меня раздражает. Что-то у меня душа не на месте. Не так быстро! Это еще что такое? Пута мадре, что еще? Вот ведь дерьмо! Застряло! Надо толкать! Панчо, шевелись! Эй, амигос! Кто-то из вас может помочь? Шевелись! А нам больше и не надо. А вы сами в него попасть не можете? Жалко, денег с них мало падает. $19. Грех жаловаться. И вообще, зачем индейцам деньги? Особенно доллары бледнолицы. Где вторая повозка? Не знаю, они помчались через реку. Может, твой брат испугался? А может, их лошади понесли? Скорее за ними! Вы поезжайте, а мы вытащим эту повозку. Давай! Шевелись! Какой брат?
Мелкий который? Давай вперед. Очень красиво. Проклятие! Надо разделиться! Так, спасай Уильяма! Я спасу девчонку! Встретимся у повозки! Не подведи меня, Томас! Направо! Так, а тебе далеко слишком находились? Я не смог их метким глазом зацепить. Так, замечательно. У меня 12 патронов. И 12 патронов винтовки. Ладно, у нас еще есть пистолет. Справимся, я думаю. Если что, у нас есть... Тихо. Да, сейчас прям... Очень шикарная картинка. Я! Мариса! Томас! Томас! Лошади понесли, а потом эти индейцы! Я так испугалась! Шшш! Тихо, я здесь! Я так боялась, что они тебя убьют! Меня не так просто убить! Идем, надо вернуться к повозке! Рэй и Уильям ждут нас! Идти можешь? Да, только не уходи от меня! Да уж постараюсь! Томас, не уходи! Ну я ж недалеко убежал. Вот и где, слава богу! Я так хочу быть рядом с тобой и ничего не бояться. Не, ну мы-то знаем, что... Я хотела бы, чтобы так было всегда. Только ты и я. У них все хорошо выйдет. Только младшему не повезет, к сожалению. Томас, а как же Хуан? Остался у повозки. Я не об этом. Он что-то подозревает? Он доверяет нам не больше, чем мы доверяем ему. Он не дурак. Я спрашиваю о нас. Тебе видней. Ты ревнуешь? Мне кажется, это был глупый вопрос. А ты? Может быть. У тебя нет причин. Сейчас Рэй и я нужны Хуаресу. Не бойся, я смогу защитить тебя. Между прочим, у нее уже есть один защитник. Предупреждаю, брат, не переходи мне дорогу. Рэй? Что ты тут делаешь? Повозку бросил? Нет, ее забрали команчи. То есть можно возвращаться к Мендосе? Да, но зачем? За ружьями. Апачи меняют медальон на них. Ты забыл? А, те ружья. То есть наши им не сгодятся.
Ладно, идем. Путь чист. Лук пробовать не буду, он у нас самый слабый. Новых я не покупал. Так что я думаю, он будет просто бесполезен. По своим палишь, придурок. Лариса, я думал, тебя убили, как остальных. Вы крутые ребята. Уже второй раз спасли мою Марису, а я-то принял вас за команчей. А где моя повозка? Ее забрали команчи. Может, хоть теперь отстанут? Вот что. Спасибо, что вернули мою женщину. Но теперь надо вернуть повозку. В ней же была сотня ружей. Ой, черт. Ну, вряд ли они ушли далеко. В седло, амигос. А ведь они даже не пытались замести следы. А пополнить боезапас можно где-нибудь? Потому как действительно придется перейти на лук. Черт побери, красиво. Классно сделано. Наверху. Черт, откуда? Надо было спешиться. Ладно. Наверху. А, вот, теперь вижу. Не из лука, давай из винтовки. Черт, откуда стреляет? Наверху. Налево. Отлично. Так, теперь давай используем. Наверное, вот эта способность. Или это свои? У него патроны есть какие-либо? Есть винтовочные патроны. Хотя бы 11 штук. Уже приятнее.
Так, 10 винтовочных патронов. И давай еще десяточек. Отлично. Почему он не спешит? Не бросайте брата. А, еще и повозку сюда едет. Не, очень красиво сделано, но фишка с туманом здесь пропала. Или с дымом, как правильно об этом рассказать? Помните, когда мы стреляли, еще дым от пули даже разлетался в разные стороны. Здесь такого, к сожалению, нету. Не страшно в таком каньоне скакать, при том при всем, что за ними апачи охотятся. Теперь попались. Не сказал бы, что они напуганы. Видишь вон ту скалу? Лезь туда, а я погоню их понизу. Вот и посмотрим, испугаются или нет. Ладно, вернем повозку. Так, наверное, я правильно понял? Да. Там еще один остался, ты я точно видел. Отлично. Так, возьмем немножко левее. Отсюда возможно как-нибудь быстро спуститься? Возможно. Так, аккуратненько. Рэй, ну что? А тут все племя! Надо убираться отсюда! Быстро! Быстро в повозку и хватай Гатлин! Да без проблем. Рэй же вторую повозку ведет. We'll be right back.
что же так все трясется? Эй, это там, беги. Остановились. Что за черт? Почему нас не преследуют? Оглянись, амиго. Куда? Мокрая скала. Да, амиго, мы с вами на землях Апачи. Команчи не хотят нажить себе врагов. Знаешь, амиго, похоже, Господь бережет нас. Мы прошли через земли Каманчей, а скальпы наши все еще при нас. Конечно, он бережет нас. Он любит нас. Всех нас. Даже тебя. Нет дурных людей. Лишь дурные дела. У меня свои понятия о том, что дурно. Дикари зовут нас белыми псами, но стоило посулить им ружья, встречают с распростертыми объятиями. Друзья, полегче. Орлиный глаз, скажи братьям, что мы не враги. Мы несем вам ружья, как обещали. Прикуси язык, лживая змея. Ты хотел обмануть нас? Это ружье негодно. Всего одно из трех сотен. Все они негодны. Нет, не делайте этого. Белые псы, убить их всех. Нет, отец. Это юный шаман предупредил меня об обмане. Ах ты, прохвост. Отец, прошу. Юный шаман мой друг. Он пошел против своего племени и защитил нас. И как ты хочешь наградить его? Пощади. Прошу. Пусть он живет. Сердце юного шамана велико и застит ему глаза. Но если он твой друг, сын, то будь по-твоему. Верховный вождь Апачий, быстрая река дарит вам жизнь. Уходите прочь. Мы заберем лошадей, оружие и повозки, как выкуп. И женщину. Что? Быстрая река заберет женщину. Хуан! Только ты знала Хуан. Правду о ружьях. Нет. Значит, именно ты предала Хуан. Меня. Бери ее, бей Хуан. Ее, потешься ею. Нет. Она лживая сука и больше ни на что не годна. Юный шаман и его братья могут остаться, дать коням отдых, но пусть они не ждут теплого приема.